Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня долгожданная лимитка Total Look от Glambox в таком красивом нежном персиком оттенке. Состав, как обычно, был открыт, и когда я его увидела, я сразу побежала за картой, чтобы его купить, так как такие составы за такую цену – это просто роскошный подарок. Итак, давайте же посмотрим, что там внутри. А внутри очень много всего интересного и классного. Начнем с двух миниатюр. Здесь у нас парфюм от Kilian и тушь от бренда Buxom или Buxom. Я не знаю, как правильно, но я думаю, вы поймете. Выглядит это вот так. Далее тоже пробник парфюма от Frederic Malle. Вот такой маленький, но все равно приятно. Самую роскошную вещь этой коробочки я покажу в самом начале, потому что вдруг до конца кто-то не посмотрит и не увидит эту жемчужину коробочки. Это помада от Tom Ford. Мне всегда хотелось попробовать что-то от Tom Ford, но, как вы понимаете, это стоит недешево. Всегда есть какие-то другие вещи, на которые эти деньги можно потратить. Вот так вот она выглядит. Чехол, если я не ошибаюсь, это какая-то тоже лимитированная коллекция. Довольно тяжелый, выглядит очень красиво. Ну и сама помада, конечно, красота. То есть это полный размер и довольно нейтральный цвет, который, я думаю, подойдет каждому. Ох, конечно, роскошно и просто потрясающе, что я успела купить эту коробочку. У нее был маленький тираж, но я успела купить ее. Далее крем для душа от бренда Clorane. Уже во второй коробочке мне попадается автобронзант крем для тела с эффектом постепенного загара от Saint Moritz. Я, правда, еще даже первый не пробовала, потому что нужно купить варежку, но лишним не будет. CC-крем для кожи вокруг глаз в светлом оттенке от Herborian. Ночная интенсивная увлажняющая биомаска от Dr. Jart. Опять же, возможно, неправильно произношу. Еще одной жемчужиной этой коробки является парфюм от Kilian. Здесь 7,5 мл. Из того, что я читала, парфюм вроде как унисекс, но больше подходит мужчинам. Так что, если все-таки да, и моему мужу понравится, то он уйдет к нему. Вот такая красота. Новинка – оттеночная кремовая маска от Vella. Я очень надеялась, что мне попадется цвет шоколадный, как мои волосы, но, к сожалению, попался вот такой рыжий. А у меня даже никого из знакомых нет с рыжими волосами, поэтому, конечно, вот это немного бесполезно. Микроотшелушивающий очищающий гель от La Roche-Posay или La Roche-Posay, кто как называет. Я слышала разные интерпретации. Вот так вот это выглядит. Сколько здесь? 15 мл для пробы, мне кажется, идеально. Частый гость коробочек – это легкий тонирующий бальзам для лица от Givenchy. Мне кажется, у меня уже 3 таких миниатюрки, но все равно приятно. Сыворотка для коррекции всех видимых признаков старения от Galénic. От Galénic, честно скажу, я все, что мне попадается, потом продаю, потому что мне кажется, что антивозрастным чем-то мне пользоваться еще рановато, но выглядит это вот так. Очень симпатичная упаковка. Крем для сухой и чувствительной кожи от бренда Анна Шарова. Совершенно незнаком данный бренд. Надо будет о нем почитать, но здесь сколько миллилитров? 30. Так что можно сказать полноразмер, и, возможно, если хорошая вещь, то стоит ее попробовать. Шампунь и кондиционер от L'Occitane в travel формате. Это миндальная серия. Из этой серии я пробовала масло для душа. Мне оно, в принципе, понравилось, но оно довольно на любителя. Так же, как я думаю, и шампунь с кондиционером, но попробовать будет интересно. Также на дне лежат еще вот такие пробнички от Herborian и Clorane и какие-то подарочные листовки Rive Gauche Frederic Malle и Tom Ford также в Rive Gauche.
На мой взгляд, коробка супер крутая, хорошие продукты и оправданная цена. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения и пока-пока!